Далее в нашем выпуске обзор событий, которые обсуждают в китайских социальных сетях. Начнем с олимпийского почтения. Поединок двух мастеров бадминтона экстракласса китайца Линь Дани и малайзийца Ли Чонгвэя в центре внимания. Обсуждает скорее не игру топовых спортсменов, она была ожидаемо блестящей, а их уважительное отношение друг к другу. После напряженного поединка в мужском одиночном разряде в полуфинале в Рио игроки обменялись майками и обнялись. Это был трогательный момент, который воодушевил болельщиков. Самая веселая водная вечеринка мира в Гуанчжоу. В местном аквапарке горожане смогли от души повеселиться, скатываясь с гигантской горки высотой 10 метров и 300 метров длиной. Хороший способ справиться с южным зноем. Что бы вы сделали, если бы увидели белого медведя на улице города? Жители Кумина, например, принялись его фотографировать. К счастью для отчаянных папарацци, медведь оказался не настоящим. Он был частью представления, которое призывало к защите окружающей среды.